А тем временем сочинские коллекционеры обживают новое место встреч. Сегодня в центре курорта был торжественно открыт салон для филателистов и нумизматов. Инициаторы его создания уверены, сюда не зарастет народная тропа. Теперь это будет место, это будет их мекка, где они будут встречаться, обмениваться своими коллекциями, обмениваться информацией, новостями. И, собственно говоря, это тоже определенный шаг, который мы культивируем в своей деятельности, для того, чтобы поддерживать традиционные ценности, в том числе такую ценность замечательную, как филателия. Что касается новой марки, то ее номинал 31 рубль. И предназначена она для международных пересылок. Общий тираж серии 402 тысячи штук. Турист, он приезжает не только загорать, купаться в море, кататься на лыжах, но и обязательно заниматься шопингом, культурной программой. И открытие сегодняшнего салона дает возможность филателистам со всей России, приехав к нам в город на отдых, на оздоровление, обязательно выбрать время и, в общем-то, заняться своим хобби. Сегодня же глава Россвязи Олег Духовницкий и мэр Сочи Анатолий Пахомов погасили марку с видами Сочи прошлого выпуска. Она вышла в свет 2 года назад, использовалась для внутренних пересылок, а теперь займет место в альбомах коллекционеров. И как отметил глава города, подобные сочинские серии служат продвижению курорта и повышению его узнаваемости не только в России, но и за рубежом.